небольшой обзорчик наших нутряшек. Это молодые мамаши, которые у нас подрастают, пока еще не набрали своего желаемого веса. Кушают кашку. Кашу сварил тритикали и картошка. Вот она кушает, взяла картошину. Главное, самое первое, выбираю картошку и только потом приступаю к зерну. Хотя вот эта вот самочка кушает зернышки. Это наши три молодых самца, которые уже мы оставили для дальнейшего воспроизводства потомства. Белый, лимонный и перламутровый самец. Утренний эмоцион у них кашка. Хряпает кашу. У нас две мамаши. Малышня еще сидит. Уже ей давно пора отсадить. Но мы их пока еще не отсадили. Сидят они вместе. Вова, кто смотрел наши предыдущие ролики, ушел на мясо. Будут у нас другие уже самцы. Со стола то, что остается, хлебные, сухарики, вот с багетика, с черного хлеба. Тоже отдаем все нутряхам. Вон с каким удовольствием малышня кушает багетики. Вот такие наши мамаши. Надо уже посмотреть последний штрих нашего Вована. Самки должны быть котные. И одна, и вторая белая попозже. А вот лимонная где-то к осени, чуть-чуть где-то к середине, вроде по срокам, должна щениться. Домик наш до сих пор еще живой, но внутри пол съеден. Осталась сетка. Частично все поразрезали. Зубы точек, хотя периодически даем ветки. И всякую лабуду, но все равно любители погрызть деревяшки. Вот такие наши внутри. Все, друзья, небольшой обзорчик будем завершать. Показали вам наше подрастающее поколение, наших нутряшек. Вот. Анфиса грушу ест. О, и Машка тоже переключилась на грушу. Съедаю все подряд. Груши, яблоки, помидоры, огурцы, кабачки. Все, что не дашь. Сметаю все. А эта малышня хряпает багетики. Кашу уже поели, как десерт. Багет пошел. Все, друзья. Кому что интересно, задаем вопросы. Поднимаем пальчики вверх, подписываемся на канал. И не забываем про колокольчик. Всем добра, удачи, пока.